из кедровых шишек. И кот, который возмущен, что я снимаю какое-то варенье, а на кота внимания не обращаю. Как так можно? Как так можно? Нельзя так. Нельзя. Сейчас будет возмущаться. Только не драть там ничего. Эй, животное. Вон елка у нас. Елка. Вот кот как воспринимает елку. Никак. Лампочка. Ему лампочка нравится. Кошка. Кошка. Залезаешь? Эти, да? Эти мои кошки. Самые лучшие. Вот лампочка Киси нравится. Одобряет, одобряет. Хорошая лампочка Кисинке понравилась. Хорошая лампочка. Да, а это что такое тут у нас? Это что-то очень... Вот посмотри, какая лампочка. О, так можно светить на кота. Это мне нравится. Ладно, ладно, я не свечу на кота. Не свечу на кота. Вот, короче, приходила Света, сестра, подарила варенье вот такой шапочки. Вот тут шапочка на ней. Видите, обратно, из кедровых шишек. Шишек, ай, обратно. Ай. Обратно одной рукой не могу сделать. Ну вот обратно она не делается. Только двумя руками можно ее сделать. В общем, такая баночка, вот, и на ней шапочка была. Вот одной рукой ее трудно сделать. Хотя можно, смотрите, я одела шапку одной рукой. Ну, только милота. Вот. Милота? Ну, ты там такой, там шишки, 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 хыхки, хыхки. Вот там шишки плавают, плавают. Эй, животное, животное недовольно. Эй, кошка, кошка. Почему он там копошится? Люди красота.